Добрый день, дайджест новостей на Фан ТВ в студии Дмитрий Минаков. Россия и Папуа-Новой Гвинеи на полях саммита АТЭС подписали ряд документов о взаимодействии и сотрудничестве в гуманитарной отрасли, а глава российского фонда имени Миклуха Маклая добавил неформальности и подарил картину с зимним пейзажем, чтобы местные жители перед поездкой в Россию были готовы ко всему. Помимо этого, Российская национальная библиотека и архив Папуа-Новой Гвинеи заключили соглашение о взаимодействии в различных отраслях.